За минувшие сутки от коронавируса излечились еще 187 ставропольцев. Всего же болезнь победили 57 308 человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается. За прошедший день диагноз подтвердился у 325 жителей края. 8 пациентов скончались. Эффективная защита от вируса одна – вакцинация. Не забывайте соблюдать меры профилактики. На Ставрополье вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Документ опубликован на портале правовой информации региона. Они касаются предприятий общественного питания, которые работают на фудкортах в торгово-развлекательных комплексах. Таких заведений в крае более 150. Им предписывается перейти на работу в режиме на вынос или же на доставку. Постановление вступило в силу с 3 августа. Деятельность таких предприятий у нас ограничивается. Это изменения коснулись 50, больше 50 торгово-развлекательных центров, порядка 150 фудкортов. Теперь мы рекомендуем этим предприятиям переориентироваться в своей деятельности на работу на вынос, на доставку. Дополню, что у нас продолжают действовать ограничения на предприятия общественного питания, которые должны использовать систему QR-кодов, пропускную систему, и также те предприятия, которые у нас работают по принципу самообслуживания, шведский стол, по-прежнему действуют ограничения, такие предприятия не могут у нас осуществлять свою деятельность. В селе Султане Андроповского округа подходит к концу ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Как рассказали управление по информполитике правительства региона, специалисты уже завершили внутреннюю отделку помещений и обновили кабинеты врачей. Скоро в медучреждении установят мебель и оборудование. Ремонт ФАПа ведется в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Хуторино-Михайловском и поселке Семеновки Георгиевского округа к концу года обновят изношенные водопроводные сети. Как сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополья, в общей сложности специалистам предстоит заменить более 4,5 километров старых труб на новые полиэтиленовые. Работы пройдут благодаря поддержке регионального министерства ЖКХ. В Изобильнинском округе ремонтируют два участка трассы Резвяная Казинка. Как сообщили в региональном Миндоре, в общей сложности специалисты приведут в порядок свыше 9 километров дорожного полотна. На отрезках обновят покрытие проезжей части, укрепят обочины и нанесут разметку. Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы развития транспортной системы.